привет! Хочу показать, как заменить цепь на Яве и установить кожух задней звезды. Значит, давайте начнем сразу с цепи. Для того, чтобы снять цепь, нам нужно снять крышку картера правую, снять автомат, который у нас здесь держится вот на трех болтах. То есть убрать автомат. И перед нами будет ведущая звезда с цепью. То есть нам нужно найти замочек. Вот он, я уже его нашел. Я уже и скрыл. Замочек скрывается с помощью простой отвертки плоской. Вот сюда в этот промежуток вставляется плоская отвертка и раздается. Вот он уже у нас разомкнут. Давайте я его сейчас заберу, эту часть. Вот видите, какая сюда внутрь вставляется отвертка и раздается. Потом, значит, дальше нам нужно будет снять вот эту часть верхнюю. Вот. Вот она. И у нас замочек скрыт. Теперь нам нужно попустить цепь. Значит, берем, отжимаем ось. Потом слегка отжимаем гайку, которая держит звездочку. И попускаем натяжители. Для того, чтобы слегка подать колесо вперед. Потом у нас цепь ослабленная делается. Вот видите. И мы можем спокойно рассоединить замочек. Рассоединяем замочек до конца. Мы вот надавливаем. И у нас цепь рассоединяется. Вот замочек здесь остался. И все. В принципе, цепь у нас выпала. И теперь мы сможем спокойно запустить новую цепь. Соединить ее замочком. Вот. Собрать замочек до конца, поставить защелку, и нужно будет натянуть цепь. Но цепь натягивается не на подножке, потому что на подножке подвеска провисает. Так цепь натянуть невозможно. Значит, если у вас стоит защита такая на звездочку заднюю, стоят гофры, и вам нужно заменить цепь, то это делается как? Вот сюда, к этому замочку. Ставится новая цепь, ставится защелка и прокручивается колесо, и старая цепь уходит и за собой тянет новую цепь. То есть пропускаете полностью цепь, и когда старая цепь полностью выходит, вы берете, рассоединяете замочек от новой цепи старую и новую цепь соединяете между собой. И все. И вы замените цепь, не снимая ни резиновые гофры, ни металлический щиток задней звезды. А теперь расскажу, как установить кожух. Значит, для этого нужно снять полностью колесо. Я его вот снял уже. И открутить заднюю звездочку. Я ее уже отжал. Теперь нужно до конца открутить. Есть. Значит, будем доставать. Потом, вот видите, здесь резьба есть. Здесь нету, внизу и вверху. Нужно будет также и вставить. Так, значит, сразу устанавливается вот эта часть крышки кожуха. То есть вот эти вот усики, это места, которая будет входить вот подвеска. Вот так вот фиксируется. Значит, теперь нужно поставить крышку и вставить туда звездочку. Вот, поставил я эту часть кожуха. Вот. Вот этот усик вверху, вот этот внизу. Вот обхватывает подвеску. Вставил вот звездочку. Вот
вот вышла резьба. Теперь нужно накрутить гайку. С этой вот стороны она накручивается и зажимается ключом. Так, а с этой стороны вот у нас получается вот так вот. Ну, эту часть мы потом просто-напросто ставим. Поставил крышку, она стала отлично на свои места, вот вверху, внизу. Здесь вот нажавил на один болтик, стоит отлично. Звездочка вот вращается. Вот как-то так. Всем удачи, пока.